Все нормально. Осторожно. До свидания. Уоллес Ферман? Уоллес Ферман. На этот раз тебе придется как следует попотеть, Пит. Только что будет с твоим Ферманом, когда ты уедешь домой, а он останется один со своими избирателями. Что им скажет этот полудурок? Черт побери. Как ты собираешься его двигать? Он лезет в губернаторы, тут не требуется большого ума. Просто победить еще мало. Я тебе сразу это сказал, ты раньше так считал. Считал так раньше. Раньше я и в чудеса верил, ясно? Кстати, насчет чудес. Знаешь Виллета? Мужик, который трахает кур. Да, этот парень приезжает на Гаити, пьет там кровь и дерет кур. У нас есть снимки. У нас есть снимки, и мы можем их показать. Ты протолкнул в Конгресс извращенца, который живет с курами. Мне наплевать, а ты, как всегда, преувеличиваешь.